Так, а вот соединимся с сверху, а не под мухом. Да, по-другому идет. Блин, сразу пошло заземление магнитное. Ом, потому что. Ой-ой, у меня голуби к окну прилетели, как и кинулись. Пошел, у меня запульсировали стопы и пошел примагничивать к решетке земли. Еще одно к ядру такое. Ого! Просто настроилась на ума не под ухом. Прикольно. И потом пошло вверх прочищать. Я потом своим барабанщиком вместе с этими звуками пройдусь. Там тоже сейчас выставлены эти, помимо всего наполнения, что у меня там есть, я могу под мухом. Там, кстати, с самого первого дня крутятся еще русские руны, 4. То есть я так где-то месяца два к ним поднастраивалась, крутя барабанщик. Все, уже тело расслабилось, не чувствует звук. Ну, такого резкого движения.